Почта бизнес-класса и с электронной очередью. Такая сегодня открылась в центре Казани. Обещают, что письма татарстанцев теперь будут доставлять первым классом. Какие еще условия предложили клиентам? Об этом Карина Насрутдинова. Новый зал для клиентов почты бизнес-класса – это две зоны. В одной можно оплатить счета, оформить денежный перевод или подписку на газету, в другой – купить сувениры. Есть зона для отдыха, уголок для детей. Все это скомпоновано в одном месте. Я думаю, что для клиентов это будет очень удобно. Особенно для универсиады. Кто здесь будет поблизости, я думаю, получит все услуги, которые вот оказывает почта на данный момент. Для удобства клиентов работает электронная очередь. Это первое отделение почты в Казани, где доступен подобный сервис. Он направит посетителей к свободным операторам. К тому же в зале дежурит администратор, к которому можно обратиться за помощью. В здании почты памятник архитектуры республиканского значения. В начале 20 века здесь располагался торговый дом сапожников. Телеграф и почта заработали там десятилетия спустя. К открытию здания обновили. Наружный облик старались сохранить максимально приближенным к историческому. Внутри, наоборот, все выполнено в современном стиле по индивидуальному проекту. Первым клиентом обновленной почты стал президент республики Рустам Миниханов. Он отправил письмо министру связи и массовым коммуникациям России Николаю Никифорову. Можем вместе с вами порадоваться. Историческое здание, которое вот находится здесь, оно в новом облике и оказывает услуги, современные услуги на самом высоком уровне. Наши планы по расширению российской почты и серьезные инфраструктурные проекты, которые мы сейчас пытаемся реализовывать с участием правительства на сегодня, на самом деле, действительно помогут нам выйти на совершенно другой уровень. Двери нового отделения открыты с 8 утра до 10 вечера. В преддверии универсиады там организовали продажу товаров с символикой игр. Также там можно будет купить билеты на соревнования. Карина Насрутдинова, Ленар Хабибуллин, Вести, Татарстан.